Йоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ребята, посмотрите, почти 25 тысяч кубков. Я ужасно устал, как братишки тоже ужасно устали. Потому что я сейчас апаю в основном 3 на 3. Не знаю, шиде мне особо не нравится, ребят. Так, хотя бы так. Ребят, давайте хотя бы так. В общем, сейчас появляются такие карты, по факту, легкие. Ну, реально, они очень легкие, ребята. Можно на них апаться вообще с легкостью. И все равно, блин, для меня это действительно тяжело. Но я иду к победе. Действительно, я мега нубяра. Ты сам это знаешь, бро, ты сам это знаешь. Видел мои, наверное, ролики. Если не видел, обязательно посмотри. Вот, ты поймешь то, что для меня это 25 тысяч. Это капец, какой-то мега-супер-пупер рекорд. Я тебе серьезно говорю. Так, смотри, какая у нас проблема. Так. Оп, отлично. Тихо. Есть, хорошо, все, мы теперь отходим. Мы чисто отходим, пацаны. Есть, вот так вот делаем. Братишку нашего прикрываем. Отлично. Ох, кольтуха. Все. Фух. Ой, пацаны, как же мы с тобой, какие потные катки, ты не представляешь. Ну, я тебе серьезно говорю, это просто ужас. Надеюсь, мне, конечно, кто-нибудь выпадет, но... Не знаю, сейчас знаешь, сколько времени у меня, бро? Вот, по Москве 2 часа ночи. Да, вот так вот. Так, мы с тобой перемещаемся. Все норм. А, мистер Сан, так, погоди-ка. Быстренько забираем. Если что, наш мистер Сан, конечно, прикроет. Понятное дело. Фух, он нас реально прикрыл. Отлично, пацаны. Так. Смотри, какая жопа происходит. Блин, к сожалению, мы просрали и гаджет, и ультуху, но ничего. Ничего, ребята. Сейчас мы... Ничего. Главное, чтобы наши пацаны сейчас затащили, правда. Мы будем как-то всячески прикрывать их. Да, вот хотя бы так делать. Yes, пацаны. Отлично. Фух. Остается совсем чуть-чуть. Братишка. 25 тысяч, прикинь, 25 тысяч. Давайте, надеюсь, мы сейчас затащим. Давайте, ребята. Там тоже Нани. Биби, кстати, заметь. Биби. Кстати, Биби, посмотри, как она, в принципе, здесь нормально выглядит. На этой карте. То есть, она нехило, так сказать, фигачит. Посмотри на это. Не, правда. Ах ты засранец. Вон и Биби. Так, тихо. Все, отлично. Давай перемещаемся. А, блин, ах ты засранец, он там был, прикинь.
Блин, они на мне набивают чисто ульту. Видишь, в чем проблема? Пацаны, молодцы. Молодцы. Офигеть. Так. Охренеть! Просто ровно 25 тысяч. Боже мой. Хоть записывается, скажите, пожалуйста. Да, все записывается. Офигеть. 25 тысяч, боже мой, как я долго к этому шел, ребята, вы не представляете. Короче, начинаем открывать. Я очень... Ну блин, ну почему? Это не мой любимый персонаж вообще ни разу. Ребят, поставьте, пожалуйста, вот прямо сейчас поставьте лайк, пожалуйста. Блин, ничего, ну что ты будешь делать? Ну, в принципе, кое-что, конечно, есть. Ну что значит ничего, да? Как бы гаджет восстанавливает 2000 очков здоровья. Но на самом деле мне как-то вот этот гаджет больше нравится. Короче, у нас теперь 800... Ну что ж, друзья, в общем, ушел от нас братишка, Трифан, но ничего, он капец как долго помогал. Также, друзья, кстати, пару дней назад мне помогали ночью в 4 утра, или 4 ночи, погоди, в общем, я капец уже заколебался на самом деле, ребят. Так вот, в 4 часов, скажем так, ребята, мне помогали Читер и Алан, они капец как действительно помогали, но... Не довели мы до конца дела. В общем, сейчас мы пойдем захват кристаллов. Давайте, ребят, поиграем за Байрона. У меня легкое недомогание есть. Давайте попробуем за него. На самом деле, такой имбовый боец. Так, и здесь... кого бы мы ему посоветуем? Давай-ка посмотрим. Блин, у него офигеть так-то нормальные бойцы. Во, давай-ка. Давай. Отлично, все, команда у нас уже собирается. Мне кажется, у каждого уже скоро будет по 700 кубков на каждом бойце. Серьезно, сейчас такие карты, блин, легкие становятся. Ну, для каждой карты, в принципе, отдельный боец, понятное дело, но... Так, Эдгар, Джесси у нас. Ну все, потихонечку двинули, пацаны, давайте потихоньку, помаленьку. У нас рюкзачки, кстати, между прочим, мистер Сан. Так, тихо. Что-то нас жестко уже притесняют. Блин, на самом деле, что-то нас жестко, вообще жестко как-то. Да блин, да чё ты, блин, 25 тысяч кубков только у нас исполнилось, так сказать. И походу, сейчас у нас будет уже минус. Так, пацаны, отлично, мы отходим. Блин, надеюсь, сейчас они затащат. Давайте, пацаны. Ну, понять дело, что на пацанов только возлагаться не стоит. Да блин, да что за фигня? Пенни, куда ты подходишь? Капец, смотри, Пенни куда подходит. Так, давай, мистер Сан. Аккуратно лечимся. Тихо, братана, быстро подлечить. Так, спокуха, братуха. Спокойно. Ничего не выпало, так еще и прозрали, да дядька, да что происходит-то? Смотри, кстати, в принципе... Ах ты, гады, они как тараканы, понимаешь? Вот у моей бабушки когда-то были тараканы, и ночью, получается. Ты не представляешь, как они быстренько так... делают вообще. Ты просто не представляешь. В 3 часа ночи подходишь на кухне. Ну да, я подходил, потому что жрать хотелось. И, короче, они вот так...
Реально, они разбегаются ужасно. Это просто жесть. Ой, как тараканы, собаки. Как тараканы. Короче, ладно. Давай возьмем такого бойца, за которого мы действительно сможем сыграть. Например, у меня есть Спайк. У меня есть Спайк. Он 25-й ранг, но ничего. Ребят, я думаю, сможем затащить или не сможем. Или не сможем, ребята. Блин, вот проблема в том, что на таких вот мощных кубках действительно для меня это как-то вот... Я думаю, так сможем. Давайте, ребята. Так сможем. Так у каждого более-менее сбалансировано вроде бы. Поэтому вперед. Вперед, пацаны. 25 тысяч надо возвращать, ребята, потому что это жесть. Блин, вроде как апнул 25 тысяч, бац, и уже нету. Так, найден игроков 6 из 6, а что такое? Так, что такое? Интернет вырубили или что? Так, друзья, перезахожу. Давай. Видишь, меня отключило из неактивности. А может, бот сейчас нормально играет там? Бот! Так, понятно, в общем. Замечательно, замечательно. Просто великолепно. Так, тихо. Мне даже не дали установить турель. Понимаешь, в чем прикол? У меня вылетела игра, и все. Из-за неактивности меня выкинуло. Опа. Опа, пацаны! Так, погоди! Блин, красавчик! Просто красавчик, молодец. Так, спокойно. Давайте, ребята, тащим. Блин, это чудо! Офигеть. Красавцы. 25 тысяч и один кубок. Давайте, идем дальше, офигеть. Я в шоке, на самом деле. Ладно, ребята, давайте еще одну каточку и все, и будем закругляться, потому что я уже не могу. О, и камера тоже, она говорит, no signal. Все, ребята. Давайте сейчас посмотрим. Блин, неужели бот намного лучше играет, чем я? Какого фига? У меня сейчас уже 2 часа. Да офигеть, 2 часа. Блин, зря я применил, конечно, но ничего страшного. Ну, дед-дедыч, смотри, что делает, а. Так, все, обратный отсчет пошел, ребята. Блин, офигеть, нам везет. Нам еще кого-то хрена везет. Ну что, готовы нюхать бебру, как говорится. Вот я не знаю, ребята, подскажите, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повезло нам, то, что Тара так поздно кинула свою ульту. На самом деле. Фух. Вот мне интересно. Ребята, я играю, если что, на айпаде. Вот, видишь, да? Мини. Он маленький, правда, он маленький, особо вроде как неудобный. Напишите, на больших планшетах намного приятнее и удобнее играть. Мне интересно. Потому что я... К чему вообще это? Значит, я с планшета захотел
пересесть на телефон. То есть, ну, я, понятное дело, что давно раньше играл на телефоне, вот, но захотел сейчас чисто сыграть, вот. И это просто жесть, это невозможно, правда, я тебе серьезно говорю, это невозможно играть. Тихо. То есть я настолько уже к планшету привык. Так, тихо, дядь. Опа, хочет применить ульту свою маленькую, мышиную. Так, понятно, дело, что он сюда два раза даже. Смотри, как хорошо-то. Тихо, ребятки. Блин, офигеть, да какого фига? Я же наоборот это как-то проконтролировал вроде. Так, давайте, ребят, сейчас, секунду. Блин, красавчики, просто красавчики. Смотри, что сделали. Давай, иди сюда. Почти уничтожили его. Офигеть. Ну что же, друзья, на этом мы с тобой будем заканчивать. Впереди у нас 26 тысяч кубков. Спасибо, кстати, Раенко, что действительно помог немного подкачаться. На этом все, друзья. Пожалуйста, что-нибудь мотивирующее напишите в комментариях. Я вот реально прошу вас. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.